Начали. Анна, вот сегодня пришли к нам на прием, Анна и ее мама. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто будет смотреть это видео, что случилось. И, как я понимаю, есть рекомендация для жителей Советского района. Да, приходили люди с корочками пожарных, предлагали установить какие-то системы пожаротушения. Вот, за цену 9, ну, почти 10 тысяч. В результате сказали, что вы плохо видите, давайте ваш телефон, мы сами оплатим свои услуги. Вот, и списали в сумме около 300 с лишним тысяч рублей за 5 походов, приходов. Вот, оставили какие-то, никаких документов не оставили, оставили системы пожаротушения, которые запрещены использованием в жилых помещениях, порошковые. Собственно, денег нет. Полиция сказала, что деньги вы передали добровольно, несмотря на то, что телефон был в руках преступника. Ну вот все же знают, что есть такие мошеннические схемы, и вы знали, да? Да, мы знали, да, но вот, к сожалению, да, пропустили. И они приходят, у них есть документы, которые говорят, что они могут оповещать людей о каких-то случаях, проблемах, пожарах. Вот смотрите, что хотелось бы донести. Все знают, но почему-то забывают рассказать своим родителям. А потом случаются вот такие истории. Вот вы сейчас смотрите это видео, вы, пожалуйста, позвоните родителям, расскажите, как это бывает. Вот наше взрослое поколение, да, оно в интернетах про эти схемы не читает. Читаем мы, вот наш возраст. И мы должны рассказать нашим родителям, что бывает вот такое. Пожалуйста, вот прямо сейчас посмотрите и прямо сейчас позвоните. Давайте оберегите.